Сегодня в течение дня мы здесь, в Сан-Сити, проводим кастинг на второй сезон с реалити-ведущий «Как стиль жизни». Проект для тех, кто хочет попробовать себя в качестве ивентовых ведущих, ведущих телевидения и ведущих радио. Ждем ребят, все волнуются, все переживают, совсем скоро уже начинаем. Постоянно, сколько себя помню, нахожусь на сцене. Так что я буду надеяться на то, что жюри оценят меня по достоинству, и у меня все будет хорошо. Правда сказать, немножко переживаю, немножко волнуюсь. Всем удачи, за всех болею, всем желаю пройти финал. Прям не рассчитывала на какую-то там, на какой-то договор или еще что-то. Вот. Волновалась вообще жутко, безумно. Меня все трясло. Еще у меня из поддержки только мама, никто больше не пришел. Вот. Но все равно собралась, вроде бы справилась. И сейчас вообще безумно рада. Вот он мой договор. Вот. Я счастливая.